С Алексеем Жарковым я разговор начинаю с комплимента. Алексей, я тебе сейчас комплимент скажу один. Можно я с него начну и все, закончу, чтобы к этой теме не возвращаться. Один. Ну, неудобно. Ну, удобно. Нормально. Ты мой любимый актер. Один из любимых актеров. У меня есть все твои фильмы в видеотеке. И вот то, что я сейчас сказал, сотни тысяч зрителей поддержали, потому что... Ты тот человек, показывая который, если я так отойду, то не надо спрашивать, кто это сидит, а кто это, кого взяли, все такое. Масса фильмов, в которых снялся, масса любимых сейчас зрителями ролей и так далее. Вот с этого комплимента я бы хотел начать, чтобы сразу ты понял, о чем у нас пойдет разговор. Разговор пойдет не о кино, не о театре, а о человеке, которого я люблю и которого любят зрители. Тогда вот. Я должен всех поприветствовать прежде всего. Вот. Так, здравствуйте. Поприветствую. А вопрос вот такой вот, если это вообще вопросом можно считать. Скорее всего, даже не вопрос. Вот, значит, в «Криминальном таланте», все-таки с кино начнем так, и потом, чтобы опять к нему уже не возвращаться. В «Криминальном таланте» и, по-моему, в «Не будете спящую собаку», там детектив, да? Детектив. Вот в «Криминальном таланте» следователь. В «Ревизоре»... Земляника. Земляника. Ну, какой-нибудь земляника. Вот. Роли под... Удивительно что? Что роли под... Вот, следователь, ради бога, серьезный, культурный, интеллигентный, прекрасный человек, следователь, все такое. Так, земляника, ну, такой раздолбай, так будем говорить, немножечко такой полупьяный. Ну, заведующий, да, да, таких заведений, да, сложных. Да. Смотри, любая роль подходит. Торпедоносцы там вообще серьезнейшая, прекрасно серьезная роль с великолепным характером. Даже вот практически такой. Трагическая. Вот если бы ты актером не был, вот следователем мог бы быть по характеру? Ну, вообще-то да. Нет, честно. Вообще-то да, 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 да. Надо сказать, что... В детстве вот мы многие профессии так все там намечаем, мечтаем. Так вот, не кривя душой скажу, что в детстве я мечтал действительно быть следователем, чекистом. Ну, то ли время было такое, потому что настрой был такой в стране, и казалось, что да, это не подходит. Вот эти вот актеры появляются, вот сейчас как-то так вот в последнем кино, в нашем русском, так сказать, актеры появляются как-то с мальчиков. И иногда вот с удивлением замечаю, что вот этот актер, он как бы всегда был, он как Жарков, например. Все помнят, вроде был всегда, но все помнят его уже... Вот таким лысым. Зрелым, так сказать, и так далее. Раньше-то где был? Почему раньше не видели? Ну, странно, что не видели. Не, а... Между прочим, первая картина, да, первая картина у великого, у замечательного совершенно нашего режиссера Марка Семеновича Донского «Здравствуйте, дети», так она называлась и называется. Совсем старая. 59-й год. 59-й. Это вот с тех пор ты актер. Да даже, пожалуй, раньше. Потому что с малых лет, когда еще подставляли табуретку родители, чтобы где-то на праздник, перед Новым годом или как, почитал стихи. Я читал стихи. Сначала Барто, потом там еще что-то. Маленький. Вот, стоя на табуреточке. А как вот, получается вообще, что у такого талантливого актера, ну, явно, способности-то явно, если бы их не было, сейчас бы не играл. И никто так и не заметил таких людей моря. Как получается, что такие люди вылезают на свет Божий, так сказать, на широкое обозрение, когда их начинают узнавать, вот так вот, и так далее. Почему поздно? Как так выходит, что поздно? 30, там, он снимается раньше, там, и в 15 лет, 14 снимается, как все это проходит. Не может же так быть, чтобы человек был до 23 лет не талантлив, а потом вдруг стал талантлив? Станислав, я не проводил такого вот, исследования такого, серьезного психофизического исследования. Дело
все, конечно, как ты правильно сказал, все дело индивидуально. Индивидуальное дело, потому что и обстоятельства, и те серьезные, даже бытовые иногда условия или общественные ситуации какие-то, они как-то отражаются на личности, тем не менее, потому что личность, конечно, иногда идет наперекосяк, что называется. Чему? Ну, складывающимся, так сказать, обстоятельствам. Иногда выдерживает так называемую паузу и ждет своего момента. Тут все, наверное, и от характера. И... А вот ты сейчас снимаешься у Алексея Германа после 10-летнего перерыва, после первого его фильма, который он снял, замечательного фильма. Нет, ну он снял не один замечательный фильм. И «20 лет без войны», и «Проверка на дорогах». Ты у него снимался в... «Мой друг Иван Лапшин», да, это 82-й. 82-й год. Да, ну, фильм вышел позже, но начали работать в 82-м году, да. А вот сейчас ты у него снимаешься уже сколько лет в одном фильме? Ну, работа идет почти, да, вот так, в течение 5 лет. 5 лет. И все равно, хоть это так тяжело тянется, но ты все равно от этого режиссера не отходишь. Ты к нему... Не, ну это... Во-первых, Станислав, я тебе должен сказать, и не только я, ты сам это отлично знаешь, замечательный режиссер. Да, понятно, кому-то нравится, кому-то не нравится его художественная эстетика, но то, что картины, которые он делает, они все пронизаны определенной, именно вот той настоящей хорошей болью за человека и жизненностью, настоящими определенными обстоятельствами, где проявляется и мужское начало, и женская нежность, и вот, интерес к этому. Вот это действительно, что характерно для него. Ну и не только это. Можно о нем долго и много говорить, потому что действительно неординарный режиссер. И вот в дополнение к этому я хочу сказать, что именно моя профессия, как следствие, выходящее, так сказать, из этого, как объединение людей. Поэтому все, что касается разъединения, все, что касается каких-то естественных нарушений бытия человеческого. Вот это, конечно, больно, переживаю, это нормально, и это так. А профессия-то моя именно для того, чтобы объединять характеры, объединять людей сложных, противоречивых, но находить какие-то компромиссы для того, чтобы двигаться и совершенствоваться. И на новом витке нынешней цивилизации мы могли бы, наоборот, выше подняться, а не разрушить эту большую такую державу для того, чтобы вот пошли мелкоусобные войны опять, как чертик, в какие годы. Да бог с ними о войнах. Бог с ними о войнах, об этих. Столько уже об этом говорят, что уже... Да, вот скажи, да, вот мы говорим, у тебя характер как раз такой, который способен объединять людей. Ты это делаешь вообще реально? Если да, то как? Ну кого, как? Каким образом сейчас может объединить актер? Ну, честно говоря, я не знаю, как это вот проявится ли через экран, так сказать, телевизионный. Но, в общем, я нередко слышал, что у меня достаточно теплая аура, которая способна... Ну, нет, это есть. С тобой очень легко говорить, легко общаться. Вот. И тем не менее, характер-то у тебя, в общем-то, сложный, суровый характер. А это на лице. Ну, я не должен... физиогномист, но на лице-то написано, что у тебя мужской характер такой, ну... Сейчас, Стас, я скажу следующее, что всем было понятно. Когда, например, ну, вообще проходишь, ну, не проходишь, конечно, и... Проносит, протягивает через судьбу определенного героя, и когда ты действительно подлинно
и глубоко занимаешься своей профессией, ведь, естественно, оставляет отпечаток. Ну, и что там говорить? Вот в театре, например, одновременно играя Ван Гога вечером, а утром играя Нелея, допустим, в «Мэри Поппинс», или, скажем, «Сказочника» в «Снежной королеве», а вечером играешь Ивана Грозного, конечно, что-то тут происходит. Знаешь, Алексей, вот меня... Психика. Вот меня честно интересует, вот на полном серьезе, вот у актера, который долго проработал в кино, на сцене, переиграл сотни чужих жизней, у него действительно что-то здесь вот на самом деле... Конечно. А что происходит? Ну что, ты сам не свой? Сам не свой, что ли, получается? Или ты остаешься самим собой, просто начинаешь понимать жизнь с разных сторон? Конечно. Наверное, это вот это главное, что, как говорится, я жизнь понял и не понял не умом, а боками. В коробке осталось пяток папирос, 4 строки про моря с маяками. На а тебя этом можно... кончается тема, и тут кончается все. И снова вечерней дорогой бреду. За счастьем, за солнцем, за вымыслом. Ну, это романтично, это хорошо. А вот ты на самом деле бредешь за счастьем? Если так, не фигурально, жаль, говорить, что а уже чисто по жизни. Жаль, конечно, что жизнь коротка, но... Да все мы бредем куда-то. Кто какую цель перед собой ставит? Я, конечно, скажу, что счастлив, что вот судьба так... повернулось, что ну действительно скажу, что с малых лет доставлял сначала семье радость, так сказать, потом участвовал там в художественной самодеятельности, потом вышел на большую сцену, и действительно самые-самые лестные и приятные, так сказать, оценки этому были. И восхищал публику и зрителя, радовал. И вот это, когда вот это электричество зрительного зала передавалось мне, вот эта радость передавалась мне, естественно, и меня обогащало, наполняло, и хотелось еще, еще, еще работать. И действительно, это счастье большое, что тут говорить. То есть вот сейчас, на сегодняшний день, ты, несмотря на то, что сейчас такой завал в кино... Завал в кино, завал в театре. И ну, все-таки ты говоришь, что ты счастливый человек. В работе. В работе счастливый. В быту нет. А почему? Как? Ой, грешно. Не, ну хорошо, ну как? Проблемы ну, нет, проблемы проблемы, есть проблемы, проблемы, да, есть. Проблемы. Все-таки проблемы... У меня, да, дача не построена, вот это все, денег мало. Поэтому, конечно... Вот кого из актеров не спросишь, честно говоря, вот, наверное, уже человек 5 подряд, вот я разговариваю с большими актерами, и вот каждый говорит, спрашиваю, машины есть? Нету. А, нет, машина у меня есть, двойка у меня. Старенькая? Двушка, да. Давно? Ну... Ну, двушка, понятно. Она уж не выпускается. Ездит нормально. Ну, слава богу. Не, ну ладно, ты еще счастливый человек, у тебя машина есть, да. Из актеров. Ну, спрашиваешь, вот так, ладно. Не, ну у кого-то и BMW есть, и Мерседесы есть, ну, да, это нет, нормально. Ну, есть, ребята снимаются в комедии. Я говорю о том, что дело вот в чем. Ребята, дело не, чем. Не у Германа снимаются? Без кокетства говорю. Да, конечно, вот. Да. У мирового режиссера, в общем-то, действительно большого мирового класса режиссера. Может, это лучше, чем машину иметь? Может быть, согласен. Но дело в том, что я уверен в одном. Опять же, без кокетства и желаю, чтобы меня поняли правильно. Каждый вечер, выходя на сцену, я не должен думать о куске хлеба. То есть... Не должен или не хочу? Нет, во-первых, так.
Я всегда выхожу голодным, чтобы быть злым. На сцену выхожу голодным, чтобы быть злым, чтобы яростно, с полной отдачей работать в той или иной роли. Но я не должен думать о куске хлеба в том плане, чтобы и я, и моя семья, понимаешь, в прямом смысле голодали. Не, ну вот я начал с чего? Я говорю, с 5 актерами подряд разговаривал, со звездами, крупными звездами, яркими звездами. Они говорят, я тут начал строить себе дачу, 5-й год строю. Я тут начал, говорит, себе 5 квадратных, там, туда-сюда метров. Что за беда такая? Чего вы, ну, актеры? Ну, какая беда? Нет, беда. Она очевидна, беда. И эти невыплаты, и недоплаты, и прочее. И тот самый уровень. Ну а как играть? Ну, что мы сейчас будем говорить о том, что сколько ребята в Голливуде получают, и сколько мы получаем? Ну, ты бы в Голливуде, вот так, опять, мы уже привыкли сейчас говорить без ложной скромности. Вот в Голливуде поймай хорошую роль хорошего режиссера. Сколько бы ты, допустим, получил, вот во сколько ты сам себя бы оценил, вот так, честно говоря, на хорошей роли? Однажды, значит, на Мосфильме меня спрашивают, вот когда пошли новые отношения, так сказать, коммерческие, рыночные, Алексей Дмитриевич, сколько вы сегодня стоите? Я говорю, вы меня спрашиваете? И встречный вопрос, а сколько бы вы дали? Мы бы, говорит, нисколько лет. За съемочные деньги. Нету, да? Нет. Нет, так, если... они так наклоняли. Нет, ну если было... сколько вы стоите? Сколько вы стоите? Я говорю, сколько вы можете? И приехали. Нет, ну сколько вы стоите? Я говорю, ну скажите мне, сколько вы можете дать за один съемочный день? Это довольно долгий, длинный диалог был. Я спрашиваю, сколько вы можете? А они меня спрашивают, сколько вы стоите? Ну, еще ну сколько вы стоите? На этом мы остановились. Нет, я говорю, ну простите меня за нескромность. Ну, по тогдашним деньгам, вот как только пошла перестройка, еще давно. Ну, вот да, по голливудским, так сказать, раз я говорю, миллион долларов за один съемочный день. Ну, знаете, Алексей Дмитриевич, что вы себе позволяете? Я говорю, а что вы же тогда спрашиваете-то? Сколько вы стоите? Вот я стою столько. Миллион съемочный день. Ну ладно, не получая миллионов за съемочный день, чем можно заниматься, кроме работы? Я люблю актеров, которые говорят все время, у меня вся жизнь это работа. Ну, я понимаю, что мы без кокетства договорились, говорить, что работа кончается, все рано или поздно, что-то человек еще делает. Что делает Жарков обычно, когда он ничего не делает в театре или в кино? Ой, проблем. Ну, не проблема, а интересов. Ну, интересы. Но они и как бы... Одновременные проблемы. И проблемы. И в теннис играю. В маленький и футбол. И, ну, я перворазрядник по настольному теннису. Да. Первый разряд по настольному теннису? Да. Ну, в те времена. Сейчас я не знаю, как это оценить. Но когда я заканчивал уже школу-студию МХАТ, вот, я, значит, играл на первенство города и в столице, вот, получил, значит, первый разряд по настольному теннису. Я не попал в пятерку, в шестерку лучших, вот, но, так сказать, там в 1/8 был. Вот, футбол играю, читаю много. Слава Богу, еще пишутся сценарии интересные. Да, ну? Да, да. Прямо интересно, и пишутся, и дают читать. Но, к сожалению, эти проекты остаются в туне, потому что, ну, то денег нет, то... А вообще на Мосфильме сам в последний раз когда был? Вообще, недавно. Я сейчас снимаюсь у Светланы Дружининой вот в пятисерийной картине. И последний раз, да, любопытно, в последний раз у меня съемочный день был в апреле прошлого года.
тут перед Новым годом не мог достойный подарок, когда надо было дочке купить новенькие туфли, и пришлось занимать. Ты так говоришь об этом, так печаль. Ты хороший отец? Ну, думаю, нет, потому что хороший отец. Это сильно. А вот вообще про актеров говорят, думаю, что актер почти никогда не семьянин. А вот иногда так читаешь интервью в журнале с каким-нибудь мэтром театра или мэтром кинематографа, и он говорит: семья, семья, семья. Это что, насаждение культа семьи, или актеры действительно живут как-то иначе? У тебя семья на каком месте? Ну, у мужика обычно на работу всегда говорят, первое место работа, потом... Да нет, у меня на первом месте. Да. Кто знает. Если уж мы такой откровенный разговор повели... Не, ну правда. Вот на первом месте, на первом месте, на первом месте. Ну, вы вот скажете, опять... Нет. Нет. Жизнь. На первом месте, да, счастье того, что я на земле, так сказать, вот, что Бог дал жизнь. И этому надо радоваться, этому надо поклоняться, этому надо, так сказать... На первом месте само ощущение жизни. А рядом с этим, если честно, если это не покажется банальным, конечно... Да, семья, любимая жена, дети, любимая собака, Гелла Татхигес, у меня Ньюфаундленд. А, о, все, вот. Боюсь даже говорить. Да, вот, семья, это, ну, пусть это покажется банальным, но это так. Хотя, вот я сказал и откровенно признался, наверное, я плохой отец, потому что мне кажется, что... Катастрофически мало уделяю семье времени, уделяю мало внимания и нежности и к жене, и к детям, потому что вот тут выходит на первый план работа. А вот скажи, чего ты боишься в жизни? Вообще чего? Смерти. Очень, очень, кажется, так мало сделал, так мало пожил, так мало повидал, что... Ты мало повидал? Ну, так кажется, потому что в жизни так много прекрасного, что я догадываюсь, что слишком мало повидал еще. Извини, я повторю вопрос. Дело в том, что я спросил, чего ты боишься в жизни? Ты сказал, смерти. Но это уже не в жизни. А вот в жизни. А в жизни, ну, это однозначно предательство. Обмана. Ну, обман, предательство. А часто бывает с тобой такое? Тебя обманывают? Ну, еще как и сколько раз. А сам? Наверное, конечно, конечно. Конечно, к сожалению, да. Ты искренний и честный человек. Ты все, вот, на все вопросы совершенно честно и искренне отвечаешь. Вообще скажи, ты человек добрый, честный? Добрый. И я сказал, что действительно я ощущаю в самом себе ауру теплоты, ауру доброты. Но насколько честный? Нет, мы иногда идем же, ну как честный? Честный это иной раз ведь можно честность признать как бескомпромиссность, такой прямолинейный, всегда, как ему кажется. Правду матку. Но это ведь только ему так кажется. Поэтому, ну как я о себе такое скажу? Конечно, наверное, где-то нечестный, где-то уступчивый, где-то понимающий, сочувствующий. Кое-что чувствующий. Но, в общем-то, стараюсь быть честным. А так, ну как, ну кто из нас честный? Не знаю. Сейчас все вот так глаза закрыли, вот так сделали. Глаз, ну, конечно. По ту сторону экрана, потому что тут ты прав, Кир. Скажи, чего ты хочешь от жизни? И чего бы ты на полном серьезе хотел пожелать людям, кроме доброты? Еще. Чего хочешь от жизни и чего бы пожелал людям? Тем, которые тебя сейчас глядят.
и будут смотреть еще не раз с экранов кино и телевизора. О, я только в одном. Понимаете, ну, понятно, что доброго здоровья, как говорят, много денег. Но это все так, деньги особенно проходящие, такое все. Хотя сегодня модно, это самое. Денег вам желаю. Я только одно пожелаю. Не, почему? Много. И опять же повторю, да, добра, искренне. Но самое главное, чтобы мы жили все в мире. Действительно, на земле так много прекрасного, что его хватит каждому. Для этого вовсе не надо убивать друг друга. И ты один из тех людей, которые вот это прекрасное людям дарят. Тебе спасибо большое за разговор, спасибо. За искренность, за откровенность. И я вместе с нашими зрителями хочу, чтобы творческая судьба твоя была долгой, ну и по возможности безоблачной. Спасибо.